Мам, какое у тебя платье красивое! Конечно, я на выпускном стану королевой! Ты уверен в этом? Конечно, уверен! Ну, хоть не королевой выпускного, но буду юбкой года! Это точно! Летящей юбкой сверкаем шортиками! Ну, сейчас точно дойду до финиша! Ой, ё-моё! Ножницы прям! Капец! Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того сегодня точно сбудется желание. 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Балди, это ты? Я спешу на выпускной, и я буду королевой бала. Да, Балди. Но у меня распускается платье. Мне главное раздеться, туда не дойти. У меня все меньше и меньше. Балди, тебе распускается платье. У меня уже труселяшки видны. О, нет, ребята, это провал. Все, еще ты свалилась. Балди, привет, солнышки. Мы сегодня играем в обалденные две игры. И сейчас Балди мечтает стать королевой бала и королевой выпускного. Да. Марина, а ты что хочешь? Тоже стать королевой выпускного? Конечно, я хочу красивое платье. А почему ты такие трусы не праздничные одела тогда? Малина, да сейчас у тебя все распустится. Стойте, я хотя бы, ну в топике. Она дошла, да какие это топики? Это так, наплечники. Ну и чего, Балди? Теперь я Белль, я королева. Валеришка постепенно распускает свое платье по мере того, как она продвигается на бал. Смотри, ну какое оно розовое, офигенное. Все, я тут красивая, королева. Но все равно спотыкается в пенечке. Да, красивая, но, по-моему, оно у тебя заканчивается. Валерий! Да, оно у меня заканчивается. Ой, Вера, трусы. Короче, оно у меня заканчивается. Здесь? О, нет. Короче, если ты распускаешь платье, то ты даже швыркаешься и падаешь. Я самая красивая мадама буду на этом балу, потому что все не дошли, одна я дойду. Как красиво, слушай. У меня платье переливается. Я на балу найду себе принца и выйду за него замуж. Он меня увезет в свой дворец и подарит мне зеленые трусы. Балди, ты, конечно, не забыл, что ты мальчик? Я почти дошел. Ты в лестницу. Мое платье кончилось. Так, смотри, Балди, как надо доходить до финиша. Я тебе сейчас покажу, как надо стать королевой выпускного. Ты что, претендуешь на моего принца? Я претендую на суперплатье, которое не должно распуститься. Марина, конечно. А ты в каких труселяшках, признавайся? А то мы сейчас сами все увидим. Так, я без труселяшек, я просто в платье красивом. Ты что, Марина, на бал нельзя без труселяшек? Да я шучу, у меня шорты. Ты что, дресс-код не читала? Да вон как так? Я все собирала платье, почему я только в этом? Все, Малина, вот а почему только Малина доходит в трусах? Еще и танцует там перед ними. Итак, теперь я. А приз сегодня кто-нибудь получит? Солнышки, если сегодня из нас кто-то придет в самом длинном платье и станет королевой выпускного, получит $1000. Балди об этом мечтает, но смотри. Конечно, я себе куплю новое платье и новые трусы для бала. Да, новые шорты, смотри. А почему в трусах на бал нельзя, что ли? Это не трусы, Балди, это шорты, посмотри внимательно. Шорты внимательнее, мне что, в попу внимательнее заглядывать? Так, Балди, что за эти у тебя сегодня? Лера, ты даешь, как ты думаешь? Да, я даю. Лера еще и стала королевой бала. Все, я тут красотка, Лера. Ну вот. Если я не стала королевой школы, так хоть буду юбкой школы. Ребята! Ой, ты что, летаешь на юбке? Это юбочные парашютики. Посмотрите, какие у меня шортики блестящие, желтенькие. Балди. Круто! Вы что, Мэри Поппинс, что ли? Да, Мэри Поппинс возвращается. Возвращается, есть. О, боже мой, Балди еще станет юбкой года, действительно. Я победил. Давай, Малина. Моя юбка самая крутая. Увидели там, какая ламборджини? Вау, смотри, как я летаю, Балди. Малина, у тебя юбка какая-то, наверное, с пропеллером. Вау, смотри. Малина, так выиграть все деньги. Малина, что ты головой не бьешься? Почему я бьюсь, а ты не бьешься? О, я победила, видели? У тебя третья участница вообще не дошла. Они, глянь, они одинаковые, они тебя обгоняют, Валерий. Да не отгоняют. Лера, давай, покажи всем, какие у тебя веселые труселяшки. Ага, конечно. Цветные и скоростные. У Леры труселяшки с моторчиком. Балди, это шорты, посмотри. Я выиграла. Все выиграли. Ладно, Балди, давай, ты хотя бы выпускной. Конечно, продолжается моя борьба за бал и за принца на нем. Мое платье распускается, становится все короче, и я опять обо всем спотыкаюсь. Балди, походу, тебе не дано сегодня быть королевой выпускного. Я хочу быть как Белль,
Или какая еще принцесса Диснея красивая? Молодец, я сейчас не как Белль вообще. Блин, я же не те труселя надевал. Малина, почему я опять в красном? Мои любимые зеленые. Меня еще и ножницы отрезали, вы видели? Балди, тебе сегодня просто не везет. Балди, это тройное невезение. Малина, покажи как надо. Так, сейчас я попробую стать Малина, наконец-то. Малина, ни в один клубочек не попала. Если она победит, я вообще буду очень возмущен. Что это? Я вообще, смотри, все клубочки собираю. Малина, мы на твои шорты смотреть не хотим больше. Да у меня никакая юбка. Смотри, я сейчас выиграю. Да ладно, не выдумывай. Смотри, у меня супер платье. Ты обо все спотыкнулась. Ты же, ты еще останавливаться да, можно. Я просто не понимаю. Я, короче, еще из короткой приду. Ну ладно, Малина. У меня будет такое короткое платьице. Верти-хвостка! Пришла там на балу моему принца соблазнять! Вообще-то это танец, Балди, я просто танцевала. Я иду, да. Лера понаступала на все ниточки и на все ножнички. Я вот. Лера, в каких ты шортах на этот раз расскажи? А я не скажу. Не скажешь? А принцу покажешь? Смотри, Лера тоже хочет моего принца отпить. Смотри, у него, Валерий, ты сейчас зато я в топике, вон вам. Сама ты в топике, не дойдешь ты никуда. Нитки кончились и заклевала носом. Все, я пошла. Я крутая девчонка, мой принц меня ждет. Я обязательно дойду и даже не раздетая. Вот ага, меня... конечно, сейчас мы проверим, дойдешь ли ты вообще хоть в чем-то в платье. Я собираю все клубки, конечно, я дойду. Я ни одного клубка не пропущу, ну кроме правого. Все, ребята, и, блин. Да, вы видели, как я круто? Я все собрал клубочки. Ага, конечно, я потерял все клубочки. Нет, я больше не спотыкаюсь. На бал ходить спотыкательным нельзя. Потому что мой принц меня ждет и будет говорить, что я какая-то странная. Леня, у Балди красивое платье. Есть! Где мой принц? Кто меня здесь ждет? Почему тут одни девчонки? Да, Малина и Балди. А 1000 долларов я выиграл, Малина? Нет, это еще не длинное платье. Я тебе сейчас покажу. Вот видишь, какая длина сейчас у платья. Надо таким дойти на финиш. А платье в горошек одевать нечестно. Так это блестяшки, это не нарушение. А что у меня главное трусы не блестяшки, а у Малины платье блестяшка? Что это вообще за... Почему такая несправедливость? Ты сейчас еще моего принца отобьешь и мои деньги заберешь. Да. Малина вредина. Кстати, напишите в комментах, какое платье цвета вам нравится больше всего. Мне голубое. Лень, Балди, какое оно красивое. Дошла. А ну что это у тебя драное? Теперь я. Я красотка. Самая красотка я здесь я. Ага, друзья, не забывайте подписываться на наш каналчик, ставьте лайкосик, если вам нравится эта офигенная игра, мне она очень нравится. Так, я иду. Такие обалденные наши платьица, единственное, надеюсь, я выиграю. Ну, пишите в комментах, как вы думаете, кто из нас конечно, сегодня станет. Ты выиграешь. Как получится. Не умоляй, ты Марина, ты в юбках, парашютах не выиграла и тут не выиграешь, вон так я. Что не выдумывай. Я стану юбкой года и королевой бала, тоже стану я. Все, я пошла. Смотрите, у меня распускается, но я успеваю спотыкаться и собирать эти клубочки. Да, Балди, это точно. И бриллиантики. А бриллиантиком моему платье блестит, а клубочка удлиняется. Да, Малина? Я да, правильно... конечно, по-моему, оно сейчас выпустит. Я Белль. А теперь я кто? Теперь я Ариэль? Или кто я? Или я Жасмин? Нет, да мне все равно, кто или я Рапунцель? Ребята, у меня такие красивые волосы, я таких всегда мечтала. Леня, Балди, почти целое платье. Я Кололевна Бала. В раном платье. Кололевна школы, учитель. Малина, проиграй, пожалуйста. Не, ну подождите, давайте поддерживать друг друга. Хорошо, давай, спагнись, давай. Лера молодец, Лера поддерживать умеет. И Малина спотыкается о зонтики и расчески. Ну все, я вам сейчас отомщу за такую поддержку. Я приду с тобой. Ой, ё-моё. Малина, давай, заходи. А давай проверим. Малина, проверим давай, тут можно с дома упасть? Что? Можно, Балди. Малин, давай на тебе прямо проверим. Там внизу тоже бал. Ого, какой у Малины платье длинное. Опа, видел? Ничего себе. Малина, ты что, хочешь стать королевой моего бала школьного? Ничего у тебя не получится. Малина, ты коварная вредина. Смотри, как я долго зато танцую. Я точно победила, значит. Давайте, ребята, напишут, кто победил. Потому что я не считаю. Лера, может быть, ты победила? Ага, нет, Лера, ты не победила. Почему ты, это? Да потому что ты все ножницы спотыкаешься. Идешь по прямой. Лера, ты прямо влево можешь нажимать, кстати, если ты не знала. Вау, а вы, кстати, знаете, что я действительно была в школе королевой выпускного. Класс, опа. Поздравляю тебя. И я тоже была в школе королевой выпускного. Ага. Ну, Балди, ты не была, а ты был. Я была в прошлой жизни. Вон у меня какое длинное платье. А оно у тебя рваное все. Нет, оно у меня длинное. Смотрите, мастер-класс, как ходит настоящая Кололевна. Надо не промахнуться мимо ножниц. Балди, спаткнись. Давай, Балди. Лера,
Покуха, все будет хорошо. Балди дойдет и всех победит. Потому что очень $1000 нужна. Да, конечно, всем нужно. А знаете, что я куплю на $1000? Что? Зеленые труселя себе куплю. И буду разгуливать на балу в этих самых труселях. Нафиг. Точно. Я красивая золотая принцесса. Пришла. Вы видели, какая я? Блин, золотишка. Вот смотри, Балдин, я теперь буду самой красивой выпускной королевной. Не найдешь ты, принц мой. Мне корону оденут, короночку оденут. Смотри. Марина, я тебе придумал на финише коварный план. Ты никогда не найдешь. Что? И ровно в 12 твое платье превратится в тряпочку. Что? И твоя юбка порежется ножницами, а карета в тыкву, а кони в крыс. Запомни, Малина, тебе сколько раз говорил. Ты меня сбиваешь, Балдин. Мои расчески радиоуправляемые, и мои ниточки тянутся в два раза быстрее. Не такое длинное. Конечно, не меня Балди сбивал. Донышки, не забывайте подписываться на наши каналчики, чтобы первыми видеть самые крутые игры. И не забывайте про наши каналчики Верышка Games Play Max. Там обалденные серии для тебя выходят. Особенно сейчас на Геймсе очень крутая история. Но это переходи по ссылочке, все посмотришь. И не забывайте, солнышки, вы самые лучшие. Мы очень любим. Всем пока-пока.